Не, ну я могу подойти. Но если она будет вот так же хабалить, я бы нормально с ней поговорила. Потому что, Даш, я считаю, что это не дело. Вот так вот приезжать в гости, закрываться там с Венциславом. Я билась в дверь, а она закрылась там и била Венцислава. Она кричала на него, он плакал, понимаешь? А она продолжала давить и унижать. Ты человек, которого я защищала, за которого я к жопу рвала. Человек, который для тебя сделал очень много. И ты меня выбрасываешь с проекта. Ты знаешь, что ты предатель? Ты знаешь, что ты предатель? Ты предатель. У меня в народе, у меня среди близких предателей убивают.